Азербайджан в очередной раз отказался выполнить обязательства и освободить незаконно удерживаемых в Баку армянских военнопленных. Соответствующую запись сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в Твиттер. Уже второй раз Азербайджан отказывается выполнять свои обещания по части освобождения армянских военнопленных. Первый раз был в мае, когда Баку взял на себя обязательства в Брюсселе. Второй сейчас, когда в Вашингтоне Азербайджан обязался до 30 сентября освободить 17 армянских военнопленных, написал он. К теме обратился также секретарь Совбеза Армении Армен Григорян. Он отметил, что последняя договоренность, которую Азербайджан не выполнил, была достигнута во время его встречи с помощником президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, состоявшейся по инициативе Джейка Салливана в Белом доме. В Женеве 2 октября состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. По сообщению пресс-службы МИД Армении, Мирзоян подтвердил позицию армянской стороны относительно вывода азербайджанских войск с суверенной территории Армении и незамедлительного освобождения всех военнопленных. Стороны обменялись мнениями по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, обеспечению прав и гарантий безопасности армян Нагорного Карабаха, в том числе посредством создания механизма обсуждений между Степанакертом и Баку. Было положительно оценено взаимное понимание того, что региональные транспортные пути должны быть разблокированы под суверенитетом и юрисдикцией стран. Армянская сторона подтвердила, что на встрече Мирзояна и Байрамова прозвучало предложение провести заседание комиссии по делимитации пограничной безопасности раньше запланированного срока. Ранее азербайджанская сторона заявила, что выступила с подобным предложением, а из МИД Армении сообщают, что предложение сделала армянская сторона. Армянская сторона предложила согласовать с вице-премьерами возможность встречи в октябре, сказал Фактор М пресс-секретарь МИД Ваган Унанян. Мирзоян в Женеве также встретился с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Брисом Рокфо. Собеседники обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности, затронули урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта, а также отношения между Арменией и Азербайджаном. Армянская сторона подчеркнула необходимость незамедлительного вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Армении, возвращения армянских военнопленных и безоговорочного соблюдения режима прекращения огня. Подчеркнута необходимость четкого осуждения международным сообществом внесудебных убийств, пыток и других военных преступлений в отношении армянских военнопленных, совершенных Азербайджаном, а также привлечение к ответственности преступников. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян с рабочим визитом отправился в Брюссель. В рамках визита в штаб-квартире НАТО запланирована встреча секретаря Совбеза с комитетом заместителей постоянных представителей государств, членов НАТО. На прошлой неделе Григорян с рабочим визитом находился в Вашингтоне. Григорян провел встречи в фонде Карнеги, а также с представителями силовых структур США. Председатель постоянной комиссии парламента Армении по вопросам обороны и безопасности Андрианик Кочарян обратился с письмом к своим коллегам из стран-членов НАТО. В письме он представил зверства ВС Азербайджана в отношении армянских военнослужащих и призвал предпринять соответствующие шаги по осуждению подобных бесчеловечных действий. Официальные лица Минобороны Армении в рамках программы НАТО «Усовершенствование военного образования» посетили ряд учебных заведений США. Об этом сообщает пресс-служба посольства США. Члены армянской делегации встретились со своими коллегами в военной академии «Вестпойнт», военном колледже армии США, университете национальной обороны и штабе сухопутных войск. Они говорили о приеме, интеграции, академических программах и военной подготовке. США готовы сотрудничать с Арменией в подготовке влиятельных лидеров для защиты наших государств, говорится в сообщении. Вопрос о возможном участии коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит. Как пишет РИА Новости, об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров. Зона ответственности ОДКБ четко очерчена международно признанными территориями государств-членов организации. Коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий. Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта в повестке не стоит, сказал Смадияров. Военная разведка Минобороны Великобритании удивляется необычайно быстрому признанию Владимиром Путиным возникших при мобилизации проблем. Об этом сообщает русская служба BBC. По мнению британской разведки, это подчеркивает, насколько дезорганизована была мобилизация в течение первой недели после 21 сентября. 29 сентября Путин говорил, что нужно исправить все ошибки, допущенные при мобилизации, и не допускать их впредь. Он приводил в пример многодетных отцов, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто уже старше призывного возраста, однако был подвергнут призыву.